Выпускники экспериментальных классов с 12-летним обучением будут сдавать единое национальное тестирование на общих основаниях. Об этом сегодня в Мажилисе сообщил вице-министр образования и науки Есенгазы Имангалиев. Он сообщил, что в данное время тестовые вопросы разрабатываются в соответствии с экспериментальной программой. Чиновник также отметил, что на первом курсе вуза кредиты по предметам, ранее изученным в 12 классе, будут зачтены автоматически. Несмотря на общественную критику 12-летней системы, Имангалиев выделил несколько положительных моментов. В частности, это обучение 6 лет, раннее введение английского языка, информатики, снижение учебной нагрузки и совершенствование родного языка через функциональный подход. Однако, выслушав все положительные стороны, депутаты заострили внимание на отдельных предметах современной образовательной системы, посчитав их структуру весьма заумной для учеников начальных классов. Он должен синтезировать ученик. Свои знания для прогнозирования развития компьютерной техники на уровне предположений, текстовую, числовую, графическую, мультимедийную, комбинированную информацию. И вот что интересно, коллеги, модели абстрактных объектов и ситуаций для решения практических задач. Это для какого класса?